Сейчас сделаем раскрой поликарбоната для фрамуг. Ширина, стандартная ширина листа поликарбоната у нас составляет 210. Делим это пополам, получается 105. Вот такие вот куски отрезаем. Ну вот мы накинули поликарбонат, закрепили его, так наживили на саморезы. Получается у нас утеплится две фрамуги, одна с этой стороны во втором пролете, другая с той стороны в четвертом пролете. Фрамуги обязательно надо устанавливать через пролет, потому что нахлёст поликарбоната, который будет на фрамуге, он не даст другой фрамуге открываться, если будут они в одном пролете, либо по соседству, в общем. Так, вот у нас вышел один лист цельный и два кусочка по 105 шириной. Вот у нас одна фрамуга. По торцу мы сделали нахлёст, а по арке выровняли, чтобы поликарбонат не мешался при открывании фрамуги. Здесь то же самое. Фрамугу потом поправляем, выравниваем зазоры. Здесь, так как у нас один лист цельный, и на торец слишком много было бы нахлёста, если выравнивать по арке, мы сделали там небольшой нахлёст на торце. Здесь на арке вот тоже получился нахлёст. Здесь надо будет у фрамуги вырезать поликарбонат, чтобы фрамуга открывалась. Сейчас подрезаем, где фрамуга идет. Нахлёст с этой стороны подрезали, вот по краю прогона, и с другой стороны тоже дошли до края прогона и отрезали. И здесь то же самое. Так, ну вот мы остальные пролеты накрыли поликарбонатом. Сейчас объясню, как мы делали это все. Вот у нас фрамуга. Оп. Каждая теплица может быть по-разному, так что мерьте, потому что на капельке по-другому размер идет. А вот на арочной 190. Вот. Это с расчетом того, то, что вот этот кусок мы закрепили поликарбоната, потом другой кусок накинули на фрамугу. К фрамуге прикрепили термошайбы, по этому краю выставили зазоры, зазоры нахлёсты поликарбоната с каждого края одинаковые. Потом на этой стороне берется поликарбонат. Если два человека, то два человека, один человек берет поликарбонат, натягивает, только не слишком сильно, и прикручиваем термошайбами, крепим с одной стороны и с другой стороны. Если один человек, то придется тогда одной рукой натягивать, другой крутить. Тут тоже получается одинаковый нахлёст поликарбоната с этой стороны арки. И вот с этой.
стараемся поликарбонат не путать, а солнечной стороной кверху устанавливать. Вот, и желательно, чтобы вот паянная сторона, вот у нас паянная сторона совпадала с тем куском, тоже паянная сторона на ту сторону смотрела, чтобы поликарбонат мы прикрутили, так наживили по саморезу одному. Потом будем в дальнейшем прокручивать и подтягивать. Так, вот мы фрамуги установили, а вот ручка, на нее вот накрутили винты с гайками, гайки утянули плотненько, чтобы винты не разболтались. Сюда ставили болт, гайку открутили от руки, для того, чтобы хождение ручки можно было делать. Так, потом выставляем на самое максимальное проветривание. Вымеряем цепочку, где она у нас будет вставать. Делаем отверстие и прикручиваем цепочку. Для того, чтобы порывом ветром у нас фрамуга не опрокидывала дальше. Сейчас будем прикручивать шпингалет. Если шпингалет прикласть вот так, у него выход будет очень маленький, шпингалет, который в комплекте. То есть есть вариант, конечно, так прикрутить, но лучше его сделать побольше. То бишь, соответственно, надо просверлить здесь две новых дырки. Верно. Подогнем вот так вот, ну и проверяем закрытие, то есть не хватает, еще буквально чуть-чуть подогнули, все, фрамуга держится плотно, ни ветра, ничего. При открытии нажали немножко на себя, раз, ставили на проветривание, на большее проветривание. Как-то так. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня у нас 17 мая. Производился монтаж теплицы. Арочная крепыш 3х6. Каркас трубы состоит из 40х20. Профильная труба. Каркас покрашен порошково-полимерную покраску белый цвет. В теплице имеется также две фрамуги для проветривания. Вот одна, а вот вторая. Один торец у нас получился глухой, с форточкой для проветривания. Друг...
вытарец у нас цельной дверью. Поликарбонат использовался от Туальбио. Также в теплице были установлены системы подвязки. 4 тросика.